Добрый день, меня зовут Анастасия, сегодня я расскажу вам о программе социального и экологического года в Германии. Программа FSJ или FOI – это федеральная программа Германии, которая позволяет молодым людям провести до 12 месяцев работы в социальной сфере. С помощью этой программы вы сможете провести от 12 до 18 месяцев работы в амбулаториях, детских клиниках или в детских домах. Что нужно для того, чтобы принять участие в этой программе? Быть студентом не обязательно, возраст ограничивается только от 18 до 27 лет. Знание немецкого языка на уровне B1 и выше. Вы также должны подтвердить свои знания немецкого языка сертификатом. Дополнительным плюсом будет идти наличие у вас опыта работы в социальной сфере. Пакет документов для участия в программе социального года минимально прост. Это мотивационное письмо и резюме, составленное на немецком языке. В мотивационном письме вы указываете направление, в котором вы бы хотели провести ваш социальный год. Став участником программы, вы получаете бесплатное проживание в комнате с мебелью, бесплатное питание в той организации, где вы работаете, карманные деньги до 200 евро в месяц. Для того, чтобы тоска по родине и по дому не стала для вас отрицательным фактором участия в программе, вы получаете 26 рабочих дней отпуска. На весь период социального года вы получаете медицинское страхование от вашего работодателя. Программа добровольного экологического года в Германии – это государственная волонтерская программа, по которой молодые люди со всего мира съезжаются для того, чтобы привнести свой вклад в развитие экосистемы. Это место, куда съезжаются ребята со всего мира для того, чтобы пообщаться по-немецки, а также привнести свой вклад в развитие экосистемы. В рамках данной программы вы работаете от 38 до 40 часов, а также участвуете в семинарах. Пакет документов для участия в программе экологического года в Германии идентичен пакету документов для участия в программе «Социальный год в Германии». Участникам предоставляется бесплатное проживание, питание, карманные деньги 200 евро в месяц, а также участие в культурной программе города. Работа может быть связана с несовершеннолетними, которым необходимо экологическое образование, уход за экосистемами в заповедниках или работа в лаборатории. Если вы молодые и целеустремленные, влюблены в немецкий язык и в Германию, а также хотите связать свою жизнь с волонтерскими проектами, не теряйте времени. Прямо сейчас заполняйте заявку на сайте или звоните нам. Не упустите свой шанс.